Дисклеймер. Видео может быть страшным. Привет! В последнее время на ютубе стала популярна тематика хоррор-модов. Врать не буду, мой канал тоже частично относится ко всем этим пугалкам. Среди всех этих роликов все чаще стал мелькать мод под названием The Silence. Он добавляет в игру ужасных тварей, которые не переносят громкий шум. Поэтому если ты будешь шуметь и, мягко говоря, забьешь хер на всех этих ребят, как это сделал я, то будут последствия, но а там уже никакие молитвы тебя не спасут. Я отснял уже 6 серий по этому замечательному моду и знатно успел испугаться. Но сегодня картина абсолютно поменяется, ведь я поиграю в полную платную версию, которая якобы должна быть куда жестче предыдущей. Если ты хочешь получше ознакомиться с этим модом, то советую тебе глянуть мои прошлые видео по нему в плейлисте по подсказке в правом верхнем углу. Перед началом видео попрошу тебя поставить лайк, это простое действие даст мне огромный буст мотивации, благодаря чему видео будут выходить чаще, больше и качественнее. Ну и советую тебе подписаться, дабы в будущем с гордостью говорить о том, что ты являлся олдом моего канала. Поверь, друг, это действительно очень важно. Ладно, что-то я разболтался, меня зовут Энтер, мы приступаем. Привет, ребята, я знаю, что вы этого ждали, это полная версия мода The Silence, и меня уже встречает просто охренительная менюшка. С очень неприятным контентом, к счастью, он тут заблюрен плюс-минус, поэтому я не думаю, что мне следует его блюрить на самом ютубе. Обязательно прожмите лайк за это, потому что я сейчас нахожусь в миллионах километрах от дома, и сейчас будет происходить просто полная жесть, насколько я понимаю. Вот, чуваки, я только начал. Пожалуйста, сразу же... К сожалению, у нас вернулся телевизор, и мне безумно интересно на самом деле узнать, что будет сегодня происходить. Сейчас в срочном порядке я хочу вернуться домой, потому что нахожусь более чем в 1000 блоков от него, и все-таки дома будет гораздо безопаснее. На всякий случай я возьму тотем во вторую руку. И я вот прям чую, что с минуты на минуту я его просру. Огромное спасибо всем тем людям, которые пожертвовали своими средствами для того, чтобы мы сегодня с вами окунулись в этот пипец. Не переживайте, перед серией я подготовился. У меня здесь 12 килограмм валерьянки, 13 килограмм... Мне не страшно! 13 килограмм аскорбинок, потом у меня здесь литр кока-колы, 2 литра фанты. Короче, сегодня на расслабоне играем. Так что никакие скримеры мне не страшны. Сделаю звуки погромче, совсем чуть-чуть, и погнали к дому, к нашему, я бегу не в ту сторону, зашибись. Я только что просрал на минут 10 примерно времени, пока меня никто не будет трогать. Просто из-за того, что побежал не в ту сторону. Почему я заранее не чекнул координаты? Все по стандарту, ребят, правила одинаковые, если вы хотите продолжение этого замечательного мода, то вы проявляете свой максимальный актив. Если актива не будет, то я пойму, что вам это уже не интересно и продолжение, скорее всего, не выйдет. Я специально не смотрел ни одного прохождения полной версии, чтобы не знать, что здесь меня ждет вообще. Поэтому сегодня я буду играть и вообще не понимать, что меня ждет. Я вот сейчас нырнул в воду и так подумал, что лучше здесь этого не делать, наверное. Потому что если мы вспомним, нам говорили лучше в воду не погружаться, а это полная версия, и думаю, здесь будет гораздо жестче все. Хотя хрен его знает, может здесь просто скримеры более мерзкие будут. Ладно, не буду думать на эту тему, все увидим. У нас почти наступил день, луна уже подходит к горизонту, солнце встает потихонечку. А если вы смотрели предыдущие части, вы сами прекрасно знаете, что днем происходит самая жесть. До дома осталось всего 600 блоков. Ага, помехи, я по вам скучал. На самом-то деле нет. Почему раз за разом возвращаюсь в этот мод, если каждую серию говорю себе, что все, это финальная, последняя серия? Давайте сделаем так, каждые 50 лайков, которые вы поставите, это будет примерно 1% восстановленных нервов. То есть если вы поставите 500 лайков, это будет 10%, если 5000, это все 100%. Будет прикольно, если в конце концов окажется, что я бегу вообще не в ту сторону. Хотя, судя по координатам, я бегу в нужном направлении. Окей, не будем на этом зацикливаться слишком сильно, и я нашел озеро лавы. Обалдеть, не встать. Я нашел свой сраный портал, который я не мог найти всю предыдущую серию. Сейчас. Вы серьезно? Нет? Так, ребят, запоминаем координаты. Это получается 250 блоков вот от моего дома, вот сюда. Слушайте, может в ад пойдем? Хотя нет, нахер надо. Я сначала выложу драгоценные вещи, а потом мы с вами сгоняем в ад. Хотя ад сейчас начнется на земле, скорее всего.
Нет, в данный момент пока что относительно тихо, ничего не происходит, и скример последний раз тоже был довольно-таки давно. Это внушает мне некую надежду, что все и дальше будет настолько же хорошо. Хотя в глубине души я, конечно, понимаю, что такого не будет. Ну а тем временем мы с вами добежали к вот этому заливу прекрасному, слева от которого находится мой дом. Верно я говорю? Да. Моя прекрасная коробка на каменных кирпичах. Здорово, дом. Мы с тобой не виделись довольно-таки давно. Так, давайте выложим ресы, которых я толком не добыл. Все, основные ресурсы я выложил. Дабы, если я каким-то образом умру, они остались в сундуках. И ни хрена у меня посевы не растут. Зачем я их сажал, если ничего они не приносят толком? Однако где-то здесь у меня были кости. Так что мы вполне могли бы их сейчас... Чуваки, там был какой-то новый скример. Это точно что-то новое, чего я еще не видел. Я не успел это разглядеть, сейчас я вам сделаю тут типа такой кадр. Вот, если там, конечно, можно это показывать, я не знаю. Ну и вы сами можете разглядеть, что там было. О, я, честно, уже отвык от всех этих скримаков. Обалденно, грядку с картошкой почти полностью засадили за счет костной муки. Давайте возьмем еды из сундука. Благо, у меня здесь много стейков, мы с вами их добывали в предыдущих сериях. Вещи выложили, стейки взяли, ну а теперь мы со спокойной душой можем отправиться в ад. Наконец-таки, спустя целую серию мучений и поиска сраного озера славой. Я надеюсь, я не умру в аду за 5 минут. Будет забавно, если я сейчас просто потеряю свой портал опять. Хотя вроде в этот раз я запомнил его местоположение и координаты. Так, где он? Вот! Ура! Окей, заходим в ад. Не знаю, конечно, чего я тут ожидал увидеть, но вроде как все обычно. Как в самом обычном добром Майнкрафте. Добуду здесь немного Незрака и спущусь пониже. Вообще, в идеале, я бы хотел найти бастион, но вместо этого я нашел крепость. Что, впрочем, тоже довольно-таки хорошо. Поэтому предлагаю сейчас туда спуститься. Блин, походу придется прыгать, аккуратно тут вроде как не слезть. Ладно. Сделаю себе тут сразу лесенку, мало ли от чего мне придется убегать. Кстати, друзья, пока лутаю крепость, я напомню, что у меня есть свой сервер по Майнкрафту и свой дискорд-сервер, на котором я играю вместе с вами. Вход на сервер бесплатный, лицензия не нужна. Это обычная ванила без читов и прочей хрени, на которой я частенько залипаю со своими друзьями, ну и с подписчиками, собственно говоря. Вся информация касательно сервера находится в моем дискорде, поэтому если вы желаете вступить, то все ссылки в описании. Ну а там вы сможете присоединиться даже в мой город. Так, здорово, Блейз. Сменил тотем на щит, и сейчас будем их потихонечку гасить. Ага, первая палка уже есть. Ты поаккуратнее, молодой. А ты мне щит колотишь, а, чертила. Так, я не совсем уверен, что мне нужны палки, так что я пока побегу куда-нибудь в другое место. Ага. По итогу я прибежал к еще одному спавнеру, и меня каким-то образом подожгли. Ребят, ну все, я понял, вы пипец жесткий, я вас недооценил, охренеть как сильно. Хвала небесам, у меня есть щит, я могу делать вот так. Все, законтрил их все. Вот в этой части крепости я еще не был. Здорово, скелеты. Какой длинный спуск вниз, обалдеть. Я на 3 яруса, мне кажется, спустился. А здесь подъем, зашибись. А можно мне сундуки с алмазами? Черт, этот мир просто проклят. Я играл на стриме на своем сервере, и я буквально за 15 минут добыл 25 с лишним алмазов. А в этом мире я бы сколько ни бегал по этим странным шахтам, я еще ни одного алмаза не нашел. Не то что по шахтам, я даже в данжах их не находил. Ага. Зато я понял, что в аду эти твари меня тоже будут преследовать. В этом, конечно, нет ничего хорошего. Ну и что, это вся крепость, хотите сказать? Я ж вообще буквально ничего не нашел. Я сюда за черепами, что ли, пришел? Здесь что у нас? Тоже тупик. Зашибись. Офигенная крепость. По итогу я бежал всю крепость и не встретил здесь ни одного сундука. А, моей удаче можно только позавидовать. Нет, серьезно, как это работает? Если ты добавляешь этот мод в мир, то у тебя еще и удача на ноль выкручивается, или как? Так, ладненько, давайте пробежимся куда-нибудь вот сюда. Мало ли я тут встречу какой-нибудь бастион. Ой, куда мне бастион? Я еще ни одного алмаза даже не нашел. Мистер Скелет, вы можете не тревожить мой покой? Кстати, здесь есть костные блоки. Так, что там было? Мне показалось? Надеюсь, что да. А, это газ просто. Здесь есть костные блоки, которые мы можем добыть и вырастить огород. Кстати, ребят, напишите в комментариях, встречали ли вы когда-то вот эти костные структуры в обычном мире. Потому что сколько бы я ни играл в Майн, мне они ни разу не попадались. Хотя говорят, что такие окаменелости спавнятся. По всей видимости, очень и очень редко.
Предлагаю немножко здесь еще пробежаться. Хотя я так подумал, мне, честно говоря, неохота. Потому что что-то очень давно меня не пугали, и я думаю, в любой момент может что-то произойти не очень приятное. Я надеюсь, мне не придется ничего вырезать или блюрить в этом видео. Ну а даже если придется, полные фрагменты без обрезания и блюра вы сможете увидеть в моем телеграм-канале. Давайте сходим еще вот сюда вот. Само собой, весь ад я обследовать не планирую, просто пробегусь в небольшом радиусе от портала. Ой, здесь ни хрена нет, одни тупики. Ни в аду мне не везет, ни... Ой, я чуть не упал, пипец просто. Это вообще жизнь была бы. Так, о чем это я? А, вот, нигде мне не везет, ни в аду, ни в обычном мире, это вообще жизнь какая-то. Обожаю этот мод, прекрасный. Тем временем в обычном мире у нас идет дождь и наступила ночь. В таком случае я предлагаю вам отправиться домой и поспать. Надеюсь, мне не свернут шею во сне. А еще, ребят, пиратить, конечно, нехорошо. Ой, какой кадр красивый с радугой, вау. Так вот, пиратить, конечно, нехорошо, но Маджанги вообще-то запрещали делать моды платными. Поэтому я решил выложить версию этого мода в открытый доступ. Надеюсь, меня за это не засудят. Совсем забыл про то, что я добыл костных блоков. Давайте перекрафтим их в костную муку и вырастим наши посевы. Вообще, в идеале, в качестве еды я бы надел себе золотых морковок. Но, к большому сожалению, золота у меня вроде бы столько нету. Ну, пойдет. На первое время точно хватит. К тому же у меня еще стейки есть. Ну что, погнали в шахту? Потому что негоже к 7-й серии прохождения не иметь ни одного алмаза. У нас, между прочим, уже 20-й день в этом мире. И я по сей час не добыл ни одного алмаза. О, господи, как так? Помнится, мне находил я сотни тысяч огромных различных пещер. Однако местонахождение их я сейчас уже не вспомню. Поэтому будем тупо бегать в надежде что-то найти. Опа-на! Неужели мне улыбнулась удача? Давайте попробуем спуститься сюда. О, господи, куда я прыгаю? Хорошо, что я попал. Было бы прикольно умереть и вдобавок сжечь все свои ресы. Офигеть, тут железа много. Лучше не быть в воде. Лучше пойти нахрен кое-кому со своими советами. Слушайте, пещера-то продолжается. Причем она неплохих таких габаритов. Здесь, правда, каньон, который, вероятно, в итоге заканчивается тупиком. Ну ладно, давайте спустимся. Во, здесь продолжение. Зашибись, тут еще ягоды, так светло, хорошо. Ага. Быть может, здесь я встречу алмазы. Лучше не быть в воде, да ты издеваешься, я тут буквально на секунду ее задел. Алмазы. Вы же должны где-то здесь быть. Алмазов здесь нет, зато есть кое-что другое. Я спускаюсь в самую жопу, в которой по-любому окажется в конце концов тупик. Зашибись. О, великие бога Майнкрафта, дайте мне один алмаз, а лучше 3. А лучше 24 на сет. Ты откуда взялся, а, черт? Это что за сборище зомбарей? Да нахер, пошли! Опа! Опа, вот это мне уже нравится. Погоди. Ох, ё-моё. Так, чуваки, запоминаем координаты. 500 минус 30. Сейчас изгоняю золотую шахту заброшенную и вернусь сюда. Как известно, в заброшенной шахте встречаются сундуки. А в этих сундуках время от времени можно встретить что? Правильно, алмазы, а еще вредных ядовитых пауков. Да уйди от меня! О, сундук вижу. Ну-ка, сгори. Да-да-да-дам! Первый алмаз, ребят! О май гад, я так рад. Видели бы вы мое лицо сейчас. Не знаю, правда, что я буду делать с одним алмазом. Так, я что-то не понял. Зная мое везение, в этой шахте я больше ни одного сундука не встречу. Ну, либо встречу, но без алмазов. Поэтому я предлагаю выбираться отсюда. А можно я задам маленький вопрос? The Silence перестал работать или что? Или это такое некое затишье перед бурей? Фига, эта шахта так-то огромная. Я, наверное, еще чуть-чуть тут побегаю, потому что мало ли. Нет, вы серьезно, а? Она такая длинная и большая, но при этом нет больше ни одного сундука. Иди в жопу. Горите, твари. Правильно, правильно. Так, я выбрался куда-то не туда. А может туда? Сейчас глянем. А, да, я выбрался в то самое место. Окей, погнали. Здесь я видел просто огромную шахту. Опа-на!
Это мне нравится. Вот это мне нравится, нифига. Походу жилу нашел. А еще я сломал свой щит. А взять с собой дерево я не додумался, конечно же. Конечно, в заброшенной шахте было дерево. Ой, даже не знаю, мне так лень туда идти. Ты вообще бессмертный, хварь сран. Да, я скрафтил щит, теперь вы довольны? Я только хотел сказать, что давно ничего не было. Это было как-то слабо. Очень слабо. Ты погляди, а. Тут реально огромная какая-то жила, в которой очень много рудных блоков. Саму жилу я копать не буду, но вот рудный блок я бы забрал. Потому что это 9 железа как-никак. Так что, дорогие мобы, позвольте мне это сделать, пожалуйста, и отстаньте от меня. Пожалуйста, отстаньте от меня, мне и так херово. Меня не только вы донимаете в этом мире, понимаете? Так. Так! Вот это хорошо. Вот это не очень, вот это хорошо. Ой-ой-ой, их тут еще много. Обалдеть. Вот это официально мои первые алмазы. Те, которые в заброшенной шахте не считаются. Почему я не взял оттуда дерево? Я бы сейчас скрафтил себе алмазную кирку. И нет, я не пойду за деревом. Рассказываю лайфхак. Как известно, мимо вот этих вот сраных скалк-сенсоров нужно ходить на шифте. Показываю самый быстрый способ передвигаться на шифте. Вы бежите, начинаете прыгать и жмете shift. При этом у вас зажат пробел, зажат control, и вы как бы бежите, но прыгая на шифте. Вот. И тем самым вы не сдаете звуков. Мне кажется, я вместо полной версии скачал неполную версию. То есть не расширенную, а наоборот урезанную. Прикольно будет, если это действительно так. Отвалил там пару евро автору. Хотя, если посмотреть на его ник, то вполне вероятно, что он просто меня обманул. Офигеть. Опыт, 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 опыт. Ой, как же это кайфово. Ой, вот это опасная штука. Ее лучше сломать. Если я, конечно, не хочу встретиться с еще одним любителем тишины. Ну, не из моду уже. Опа. Замечательно. Не зря лазил около этих скалк-сенсоров. Опа. Вообще не зря лазил около этих скалк-сенсоров. Замечательно. Опа! Буквально через метр. Вывод напрашивается сам. Лазите около скалк-сенсоров. Блин, это стрёмно. Ну все, 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 еще и пещерные звуки до кучи. Мне что-то даже поплохело резко. Серьезно, клянусь, у меня просто все руки в мурашках резко стали. Может выпить литр валерьяночки, пока не поздно. А можно я вернусь живым со своими алмазами домой, пожалуйста? Выложу их в сундук, а потом делайте со мной что хотите. Знаете, я бы честно не сказал, что в скримерах есть хоть что-то, чего нельзя было бы показать на ютубе. Но быть может это пока что. Нормально. Один раз можно. Чтоб он покричал. Но вот не дай бог он еще раз закричит, там кричать уже мне придется. Так, а я не понял, откуда я пришел вообще? Я, блин, умудрился тут заблудиться. Как так можно вообще? Отсюда быть может. Здесь тупик. Вот здесь прям за стенкой слышу скелетов. Опа! Здорово, бро. Не ожидал, что к тебе подкопаются? Дай уйти! Давайте, пацаны, хорошие вам ночки. Тоже к ним хочешь? Я не понял, где мой меч? А где он? У меня сломался? Стоп! Он у меня сломался или из инвентаря пропал? Я не понял. Просто я не слышал звука того, что он сломался. Странно. Очень и очень странно.
Блин, я так хочу залутать все это железо, но и одновременно не хочу. Его же столько копать. Кстати, скелеты там до сих пор друг в друга стреляют. Да, весело. Так, а здесь у нас что? Тупик. То есть я по итогу выкопался в какой-то тупик, да? Это замечательная пещера, в которой нет входа и нет выхода. Ну что ж, тогда я предлагаю по старинке. Обалдеть, поглядите, где я выкопался. Прямо у своей любимой заброшенной шахты. Я предлагаю как можно скорее выбираться на поверхность. Вроде как я пришел откуда-то оттуда. В целом я добыл 13 алмазов, и мне этого более чем достаточно. Как минимум скрафчу себе кирку, стол зачарования, броню, может быть, посмотрим. Если доберусь, конечно, до дома живым. На что я очень сильно надеюсь и рассчитываю. Так что, многоуважаемые клоуны из мода The Silence, попрошу вас не доставать меня в ближайшие минут 15. А лучше часов. Такс. Ё-моё. Извиняюсь. Дорогой эндермен, ты нормальный? Нет, я подумал, что это какая-то черная субстанция страшная выходит из-за угла. Сделайте кто-нибудь отдельный мод страшный про эндерменов. Потому что, мне кажется, я их больше пугаюсь, нежели кого-то другого. Ну, серьезно, он так неожиданно вышел? Так, а откуда я пришел? Оттуда или вот оттуда? Наверное, все-таки оттуда. А может и нет. А может и да. Так, я уже вижу поверхность, это как минимум полпути. Осталось всего лишь выбраться отсюда и дойти до дома. Мне уже больше не придется блуждать по пещерам, поэтому это прекрасно. Только как я буду выбираться? У меня есть два варианта. Либо буду копать, либо поднимусь по воде. Подниматься по воде рискованно, а копать долго. А кто не рискует, тот не пьет, так что... Лучше не быть в воде, мне пишет. Я знаю, бро, я знаю. Ты мне это пишешь в 995 раз. Я уже запомнил, просто мне нужно выбраться из шахты. Обещаю, я больше никогда не залезу в воду и никогда не открою ни одной двери. Честная пионерская. Спокойной ночи. Погнали скрафтим кирочку алмазную. Заодно отправлю железо плавиться в печке. Вообще, я бы скрафтил себе побольше печей. Примерно вот так. Я вас всех официально поздравляю, потому что я скрафтил алмазную кирку. Обалдеть. Отложу два алмаза на чаровальню. И вообще, я бы хотел скрафтить себе алмазный топор, но делать этого я, наверное, не буду. Как и алмазный нагрудник. Так что я просто отложу пока алмазы. Если они мне понадобятся в будущем, я их использую. Ну а сейчас я, кстати, предлагаю скрафтить чаровальню. Поэтому погнали, отправимся до нашего портала, добудем там обсидиана. Два алмаза у меня уже есть, книгу я сделал, соответственно, остался только обсидиан. Вуаля! Прошу к столу. Чары, правда, тут, конечно, так себе, но на первое время пойдет. Поэтому предлагаю немного зачариться. Защита один тоже хорошо. Если ты сражаешься против куриц. А не против монстров из мода The Silence. Но хазе, ребят. Прошло уже 2 часа с момента начала съемок. И, честно говоря, я немножко расстроен. Ровным счетом не произошло ничего интересного, кроме скримеров с новыми картинками. Быть может, дело в том, что я только установил этот мод, и первое время он пока что не будет меня особо пугать, в чем я, конечно, сомневаюсь. Но либо мне просто, как обычно, не повезло в этом мире, и монстры решили меня не донимать. Короче говоря, возможно, я выпущу еще одну серию по полной версии. Но это маловероятно, потому что дорогой мод под названием The Silence мне уже изрядно поднадоел. Вы сами прекрасно понимаете, снимать сотни частей по одному и тому же моду это довольно-таки скучно. Поэтому, если вы все-таки хотите продолжение, в чем я сомневаюсь, то, как я и говорил ранее, проявите ваш актив. Не забывайте вступать в мой ТГ-канал, в мой Discord-сервер. В первом я делюсь интересной информацией, и там вы, кстати, сможете скачать этот мод. В Дискорде я играю со своими подписчиками на своем Майнкрафт сервере. Кстати, если вы смотрите это видео сразу после того, как оно вышло, то я прямо сейчас нахожусь там. Поэтому, если хотите, присоединяйтесь. Огромное тебе спасибо, что до сих пор не скипнул этот ролик и дослушиваешь мою речь до конца. Если тебе не сложно, не забудь поставить лайк и подписаться, ведь я действительно очень старался. Ценю каждую минуту, которую ты потратил на просмотр этого видео, но сейчас я на фоне красивого заката прощаюсь с тобой. Меня зовут Дентер, надеюсь, мы с тобой еще увидимся.